обязаны были отработать. Угу. Светлана Анатольевна, а вы смотрели это вчера послание президента? Смотрели. Что вам больше всего понравилось? Каким образом этот вопрос относится к вашему вопросу, что все задавали? Но это другой вопрос уже. А что такое? Конкретно что? Ну, конкретно что вам понравилось? Ну, или, например, радуетесь ли вы вместе со всеми, что будет ядерное оружие в Беларуси на ее территории? Это вопрос не по существу. Как что это конкретно не по вас существу? Затрагивает в данном вопросе? Меня затрагивает то, что меня не спрашивали. Вы задаете что мне делать? Вопрос, проживаете в этом доме. А чего вы так смущаетесь? Вам что, вы не можете сказать, понравилось вам или нет? Мне нравится все, что сказано было президентом. Угу, супер. А значит, вы поддерживаете вот то, что будет у нас ядерное оружие? Вопрос не по существу. Почему не по существу? Ольга Викторовна, все вопросы, которые вас интересуют конкретно, которые... Вам что, стыдно? Вам что, стыдно за то, что он говорил со сцены? Вы конкретно задавайте вопрос. Вам стыдно, да? Мне тоже стыдно. Вот я тоже считаю, что он должен... уже уйти на пенсию и не позорить нас. Сейчас разговор нужно прекратить. Почему? Спасибо за звонок.